Выходит самая юная возрастная категория. Возраст до 9 лет. Дети 1. Открытое первенство Республики Беларусь по латиноамериканской программе. Три смелые пары, готовые побороться за звание победителя первенства страны. 431, 444, 446. Давайте громкими аплодисментами поприветствуем самых юных участников первенства Республики. Тем более совсем скоро они же поучаствуют и в чемпионате страны, но уже по программе «Стандарт». Но пока мы смотрим латинскую программу, а судьи выбирают лучшую пару на этом паркете. Первый танец «Ча-ча-ча». Трем смелым парам, участницам первенства республики. И продолжаем выяснять, кто же сегодня поднимется на первую, кто на вторую, кто на третью ступень пьедестала почета первенства Республики Беларусь. Программу финального раунда продолжает самба. Трамбетиста. Болельщики, ваши громкие аплодисменты. Вы тоже можете выбирать любимую пару на этом паркете, за нее болеть, поддерживать, помогать. В столь юном возрасте они уже танцуют столь серьезные танцы. А мы продолжаем финал первенства страны по латиноамериканской программе и в исполнении финалистов танец «Румба». You only cry those happy tears.
приветствуем аплодисментами финалистов национального первенства в группе «Дети-1». Участники категории «Школа танцев» тоже поаплодируйте своим ровесникам и подготовьтесь ко второму туру. Сразу после окончания этого финала стартует второй тур соревнований категории «Школа танца». Поэтому вспоминаем, кто в каком заходе танцевал, находим свою пару и готовимся к выходу на площадку. А «Дети-1» завершают латинский финал и танцуют джайв. И громко аплодируем финалистам первенства в латинской программе. Провожаем их с паркета. У них есть 20 минут на то, чтобы настроиться и подготовиться к участию.